Ой. И потих раскатываю. Все, пизда аккаунта. Привет, мой дорогой друг, с тобой Азиз. Сегодня мы будем раскатывать бомжиков, доводя их пердаки до такого пылания, что просто пизда аккаунт. Поехали, ребята. Заставка пошла, давай, погнали. Найс, читы. Чё, какой софт у тебя? Помогает? А у тебя? А, у меня тоже софт, у меня АИ. И спинбот на этот, на максимал. Доми. Хапа сказал. Я вижу. Да. Yes. Чё, как у тебя дела? Нормально. Да пойдёт, как там в школе? Нормально. Видишь кого-нибудь? Нет. Я тоже, ВХ не показывает что-то, блядь. Вижу. Пиздец нахуй! Пиздец нахуй, блядь! Что? Севен, пиздец, вообще вещь. Да, хорош, еще один рядом с тобой. Ну на. Стреляй. Снимай. Давай, покажи, как надо. СВХ. Хорош. Я лоху. По-моему, на крыше. И потих раскатываю. Все, пизда аккаунта. Низ, низ, низ пушат. Как это хрень работает вообще? Пошли выписывать. Стоп. Вы тоже это слышали? Да ладно, вышло случайно. Бля, я тоже КС-ку давно очень. Где? Ты Настя? Сайт. Окей. Да хуя!
здесь был. Блять, я только сейчас заметил, что он открыл мне дверь и просто заставил драться. Вин катку на одном хп. Найс. Ну, ничего так получилось со вкусом. Ну и недолго. Надеюсь, вам понравилось данное видео в этом формате. Ну, в таком. Юмористичном. Юмористическом. Веселом. Ебучем. Блядь, вкусно. Я уже не соображаю, что говорю. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До скорого. Блять, вот я сейчас сижу. У меня завис Вегас, ебать, развис, и какая-то хуйня происходит, играет музыка, что за музыка, блядь, откуда она? Ещё вот это ебало, блядь, время 0.31, ебать.